Сама кукла. И это... Я такой давно хотела. Красивенькие. Крутяк! Привет! Смотрите, какой у меня сегодня шейкло. Привет! Я просто счастлива. Тут вот такая молния. Тут нужно... Тут написано... Ну что ж, давайте распаковывать. Тут есть у нас вот такая молния. Возьмем ножницы. Тут подсказка. Вот такая вот. Так, тут значок плачет. Это значок меняет цвет, это значок плюется, а это вопросик какой-то, не знаю. Давайте открывать последний слой. Ищем молнию. А тут вот такой браслетик, камера. Тут подставочка. Так, открой пальчик. Так, и тут у нас пакетик. О, я решила. Давайте сначала все достанем, потом откроем. Это вот такой вот платьюшко. По-моему, тут будет сейчас... И тут у нас все открылось, и тут вот такая вот... Вот такая вот ручка. Так, тут ничего нет. Открыт огромный пакет. Тут сама кукла. И это... Я такую давно хотела. Это египтянка. Я ее так давно хотела. Смотрите, какая она красавица. Красавица. Нет, кстати, вот так вот. Впереди вот так вот. А тут у нас еще инструкция конфетирования. И еще инструкция. И давайте теперь посмотрим вот этот платформ. И тут вот такие вот малые. Какие они миленькие. Ну что ж, оденем нашу египтяночку. А сейчас еще кофточку. Красотка! Какая красота! Давайте дальше открывать эти пакетики. Так. Что тут? Тут эти ботинки. Красивенькие. Одним ее ботиночки. Чего это? Напишите мне в комментариях. По-моему, это что-то на голову. Это вот сюда вот на голову. Тут вот такая вот ручка. Она раздвигается, как молния, опять раздвигается. Смотрите, хоп. Тут вон такой. Тут типа вот такая вот крутая молния. Вау. Кокошник. Раскатаем ручку и переводим. Один.
конец. И так вот. Ой, ой, очки. Вау, смотри. Мочка. Пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пиа, Тася, Пиа! Какая кукла!